Дорогие друзья, всем большой привет! И сегодня у нас с вами очень интересное видео. И его я снимаю не одна, а со своим братом Егором. Всем привет! Скоро праздник 14 февраля, и нам нужен подарок. И мы с Егором решили прийти сюда и найти самую дорогую вещь, которую только здесь можно найти. Но не все так просто, как вы думаете. Эта вещь должна подходить под тематику 14 февраля, то есть на ней должны изображены быть сердечки, или она сама должна быть в форме сердца, возможно, какие-то купидончики или надпись «С днем Святого Валентина». Например, эти обои нам подходят, если кто-то из нас решит их взять, так как здесь есть вот такие вот сердечки. И каждый из нас должен найти самую дорогую вещь, которую только он найдет в этом магазине, сфотографировать. И мы встречаемся здесь, на этом же месте, показываем друг другу свои вещи и решаем, чья вещь дороже. Идем, проверяем ее ценник, и если он соответствует, то этот человек получает приз 10 тысяч рублей. Ну что, а мы сейчас раздеваемся, снимаем наши куртки, так как я чувствую, что видео будет жарким. У нас на все есть полчаса. Через 30 минут мы встречаемся здесь, вот время на часах, с фотографией той вещи, которую мы нашли. Так что погнали! Я первая! Сейчас пойду в садовый центр, чтобы найти что-то дорогое, например, фонтан, или я там видел чемоданы. Пойдемте. Надо найти очень дорогой чемодан, они же все очень дорогие, с сердечком. Какой-нибудь красивый. Ну что, мы начинаем. Я, кажется, знаю, с каких отделов начнет Егор. Он пойдет куда-то сюда, будет искать здесь где-то сердечки. Пойдет вот сюда на отдел с сувенирами, все для Святого Валентина. Он же пацан, у него с фантазией не очень. А я не хочу по вот такой барахолочке мини ходить. Я сразу хочу начать с чего-то более габаритного. Так что побежали на второй этаж. Я хочу пойти посмотреть ковры, двери, камины, может там ворота, не знаю, все буду смотреть, большое и что дорого стоит. А ну вот такие мини-отделы, вот на отдел люстры, я думаю, возможно, пойдем, может быть, там какая-то интересная дорогая есть. В общем, пошлите посмотрим. Оператор, ты меня задерживаешь, у нас всего полчаса на это все. Сейчас будем искать статуэтки, главное, чтобы они были очень-очень дорогими, чтобы выбрать Еву. Вот тут вроде ничего такого нет, что может подойти. Ребята, я нашел корзиночку, смотрите. Стоит неплохо, можно сфоткать. Хороший вариант. Сейчас будем фоткать. Все. Может, ты ее еще и спрячешь, чтобы его точно я не нашла? А тут такой хороший вариант. Дух раньше меня заберет. И все. Сейчас хочу пойти на отдел с люстрами, но по пути увидела, что здесь есть разные ванны, душевые кабинки, унитазы. И думаю, может быть, здесь какое-то маленькое сердечко где-то да притулили, так что посмотрите. С ногами льва. Ванна, а с сердечками нет. Посмотрите, вот сколько здесь душевых кабинок. И ни одного сердечка. Давайте. Сердечек нет. Ну что, давайте все-таки пойдем сейчас на отдел с люстрами. Мне кажется, там большая вероятность, чем я сейчас буду заглядывать в каждую кабинку. Сердечки есть, но стоит очень мало. Пойдемте. Очень красиво, но почему-то очень дешево. Мило, но дешево. Смотрите, я кое-что нашел. Мишка. За 2500. Можно сфоткать, отличный вариант.
нет, но и ценники не такие огромные, какие бы мне хотелось иметь. Так что пошлите вон туда. Но пока мы уже подходим к пункту нашего назначения, интересно, что там у Егора? Я его на втором этаже, как я пробежалась, нигде не видела. Он, скорее всего, еще на первом бегает по сувенирчикам. Сейчас пойдем искать светильник. Они же всегда дорогие. Пойдемте. Ну что, нашел что-нибудь? Вроде бы ничего, нет такого по теме. Нам надо будет идти на другой отдел. Тут мы ничего не найдем. Мне еще ни одной фотографии. Я где-то бегаю среди швабр. Я вообще не знаю, куда я забрела. Ну, правда, я хочу фотографировать все. Егор, наверное, на тех отделах с разными сувенирами уже вот так вот просто ходит, каждый миллиметр фотографирует. Пошлите что-то искать. Сейчас предлагаю вместе с вами посмотреть двери. Здесь ценники нормальные вроде должны быть. И, мне кажется, какое-то сердечко, может быть, сюда где-то поместили. Пошлите, пройдемся. Смотрим, что за дверью. Еще такой звук был там где-то. Типа, ку-ку-ку, ничего нет. Так, если за тебе товары, сердечки, здесь только цветочки. Цветочки не подходят? Так, пошлите. Так. Там двери нет. О! Еще здесь отдел, не теряем надежду, не теряем, не теряем. О, здесь такие входные двери, они должны стоить больше. Но они обычно вот такие вот монотонные. Так. Сердечки, сердечки. Мне, знаете, мне нужны очки, сканер сердечек. Ничего нигде нет. Ребята, даже вот такие вот решетки, и то нигде не выковали сердечки. Все, пошлите на следующий отдел. С дверьми только время потеряем. Может, нам удастся найти нормальные обои? Тоже нет. Что-то есть фотообои какие-нибудь красивые, с сердечками. Тут ничего нет. Итак, мы с вами пришли на мебель для сада, так что пошлите посмотрим. Так как здесь, смотрите, есть всякие такие резные, прикольные. Смотрите. Это стул с сердечком. А ну-ка, давайте присядем, посмотрим. Кстати, цена 4500. Достаточно. Какой удобный. Давайте достанем телефон, сфотографируем. Правда. Ой, у меня... Я только что присела и только сейчас поняла, как у меня болят уже ноги. Так. Отлично. Так. Что тут еще есть? О, лавка с таким же сердечком. Она должна дороже стоить. Да! 11 тысяч, смотрите. Вуаля, сердечко рядом. Так, смотрите, тут коконы, пошлите. Проходите. Я, кстати, себе очень хочу какой-то кокон, допустим, даже в мою комнату. Они такие удобные.
да? Ой. Не, мам, подожди. Я, конечно, понимаю, что у нас на время все, дай минуту отдохнуть просто. У тебя осталось 12 минут. Только не это. Пошлите, у меня уже ноги отваливаются. Побежали. В канцелярии точно ничего не будет дорогого, поэтому не тратим время зря. Пойдемте. Мне цены очень нравятся, но сердечек нет, к сожалению. Смотрите, какой красивый камин с бриллиантами. Пошлите посмотрим. Может быть, они в форме сердца? Нет, к сожалению. Но камин, кстати, правда красивый. Так, может быть, пойдем на отдел с плиткой? Может быть, есть какие-то с сердцами плитка? Пошлите глянем быстренько. Так. Ну да, с сердечками плитка, конечно, не так распространена, так как, например, я в обычной жизни вряд ли бы купила плитку с сердечками. Но, возможно, кто-то любит. Нет, здесь какие-то турецкие всякие мотивы. Да. Не думаю, что я здесь, конечно, найду сердечки, но пройдемся. Так как ценники более-менее нормальные. Можно какую-то дорогую плитку купить и упаковку взять. На отделе с косметикой Егор точно не был. Так что пошлите посмотрим. Может быть, есть какие-то дорогие подарочные наборы? Так, сердечки. Нет. И ценники не очень хорошие. О, смотрите. Сердечко. Сколько оно стоит? 93 рубля. Берем. Нет. Здесь, конечно, мало всего дорогого. Пошлите. О, кстати, я себе сегодня утром вот такой спрей купила для волос. Ну, это, конечно, не по теме, но просто. Пошлите дальше на отдел. Я просто поболтать люблю, вы знаете меня. Пока что дороже мишки за 2500 ничего нет. Можно поставить покрывало, вдруг тоже дорогие. Пойдемте. Так, ищем сердечки. Сердечки. Сколько вы стоите? Они бесценны. Так. Ну, 7690, самое дорогое. Можно фоткать. Сердечко есть, а цены нет. А я так надеялся на шкафы купе. Они же тоже дорогие. Мы с вами прибежали на отдел с коврами. Я очень хочу, чтобы здесь что-то было. Я уверена, что здесь что-то будет, потому что здесь очень много ковров и ценники по 20, по 30 тысяч. Так что просто... Ковры, ковры и еще раз ковры. Я очень люблю эти отделы, так как здесь... Вот такие вот прикольные механизмы. И можно выдвигать, смотреть сердечки. Но я нигде не вижу. Здесь столько ковров. А ну-ка, подвиги. Сердечки.
сердечки, вы где? Здесь тоже нет. Полезно дальше. Смотрите, здесь есть разные вот такие вот лохматые ковры. Но я еще, знаете, вот такие вот, типа, не знаю, ковры с вот такими вот рисунками, так как на них может быть где-то орнамент сердечко. Давайте сейчас с вами на следующий отдел пройдем. Или сейчас. Нет, нет, здесь все пушистые. Мне нужны именно такие царские ковры. Вот, вот эти цены мне уже нравятся. Смотрите, на такие ковры 34 тысячи, 31 тысяча, 32 тысячи. Так, давайте смотреть. Вот такой вот осталось ковер. Найти сердечко. Да. Так, сейчас смотрим внимательно. А вот, смотрите. Как будто в виде сердечка, смотрите. Да? Нет. Так, следующий ковер. Задвигайся. Так. Вот, давайте это посмотрим. Здесь цветочки. О, смотрите, листик в виде сердечка, нет? Нет? Ну, если вот эту пимпочку убрать. Нет, не подходит. Так, персидский ковер. Вот. Этот. Давайте искать сердечко. Сейчас. Сейчас я найду где-то. 100%. Нет, не то. Я нашла, ребята. Ну прям сердечко. Ну согласитесь, сердечко. Ну прям смотрите, центр. Да? Да, вы согласны? Это так много. А что самое прекрасное? Это ценник. 31 тысяча рублей. Я нашла. Я знала, что я на этих отделах найду что-то. Так что просто заворачиваемся в этот ковер и уходим отсюда победителями. Надо его сфотографировать, точно. Так, а то мне ж Егор не поверит. Фух, мне кажется, он меня точно не сможет победить в этом. Так, открываем фотографию. Фотографируем. Ценник, смотрите. И сердечко. Просто я такая счастливая. Я просто чувствую, что я нашла ковер за 31 тысячу и 10 тысяч уже, вот, чувствуете, у меня уже в кармане, вот просто, вот тут, все, пошлите. У меня остается 5 минут, но самую вещь, которую дорогую я нашел, это 6500. У нас есть еще один вариант за 7700, но если он наличие, я не знаю. Еду к Егору, листаю свои фотографии и наслаждаюсь. Выбираю, что выбрать, 11 тысяч, 4 или... 31! Мне кажется, Егор сейчас будет в шоке. Вы видите Егора? Если да, пишите в комментариях. Может быть, пока мы спустились, он здесь что-то дорогое нашел? Пошлите быстрее его искать. Потому что я ж на первом этаже вообще даже не ходила. Так. Ребята, я нашел кофемашинку за 129 тысяч рублей. Давайте разведем Еву и добавим сюда сердечко. Вот. И вот наше сердечко. Она точно поверит. Ровно через одну минуту заканчивается полчаса. Мы уже собрались. Как вы могли заметить, мы поменяли место встречи, мы решили встретиться там, где есть стульчики, так как у нас у двоих уже отваливаются ноги. Ну что, так, время, давай минута. Мы, наверное, ждать уже не будем и будем показывать друг другу наши фотографии. Давай поменяемся телефоном. Поменяемся, думаешь? Да. Фух, ты включил ее? Да. А, мне аж страшно. Я до этого вообще не волновалась. Я была уверена, что я победю, что я выиграю. А сейчас у меня просто сердце очень сильно колотится. Ну что, давай. Да. Раз, два, три. А где здесь сердечко, извините? Вот. Там наклейка была. За 129 тысяч. А где здесь вообще сейф? Я не знала, что они здесь есть. Это не сейф, это кофемашинка. Это кофемашинка.
И нет, только не это. Это что значит? Я не получаю 10 тысяч? Я тебя затрою. В смысле? Он тебя развел, он нарисовал на ней сердечко. Вот видишь? А, фух, на ней нет и сердечко. Фух, вы просто не представляете. Егор, покажи свою цену, пожалуйста, настоящую. 7690 рублей. Фух. У меня аж истерика случилась. У тебя даже лапка дороже. У меня аж руки начали труситься в этот момент, когда он мне показал кофемашинку за такую сумму. А как он это сделал? Там же реально было нарисовано кофе с сердечком. Я даже не думал. Егор, если бы ты мне не сказал, что ты меня затроллил, я бы реально поверила, и тебе бы достались 10 тысяч. Но нет. И сейчас у нас будет вручение призового фонда. Итак, друзья, видео подошло к концу, и я получаю свой призовой фонд. Класс. Я сейчас хочу пересчитать. Сейчас. 1, 2, 3. Нет, подожди, Егор. 3, 4, 5, 6. Может, ты, пока я тут была, что-то стащил уже. 7, 8, 9, 10 тысяч. Вот как пахнет богатство. Вот как этот выигрыш пахнет. Ладно, Егор. Спасибо тебе за то, что согласился вообще сниматься в моем видео. И ты вот реально классно меня пранканул. Держи тебе 1000 за это. А еще одну? В смысле еще одну? За телефон. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всех люблю, целую, пока.